В Казанском федеральном университете с успехом проходит кампания по временному трудоустройству иногородних студентов на летний период. На сегодняшний день более 490 студентов откликнулись на предложенные вакансии. Из них 109 иностранные обучающиеся, а официально уже трудоустроены 105 человек. Здесь сначала на первых двух слайдах представлена информация о уже трудоустроенных студентах. На сегодняшний день их 105. И можно по структурным подразделениям увидеть должность, увидеть ставки и увидеть заработную плату и направление деятельности. Банк данных состоит из более чем 300 вакансий на любой вкус. Каждый студент сможет найти для себя подходящую. Фотограф, лаборант, репетитор – ты можешь стать кем угодно. Ты можешь направить свое резюме на почту работа.stu.kpfu@gmail.com, указав интересующую тебя вакансию. Резюме будет рассмотрено в течение 3 дней. Подробнее о трудоустройстве можно узнать по телефону 8 906 114 2309.